человека наступает пора выбирать дорогу. Для каждого она своя. Правильный выбор помогает прийти к своим желаниям раньше. Когда я принимал решение, кем быть и где учиться, мой выбор был для меня очевиден. Не хочется изучать новые технологии, делиться своими открытиями с миром. Я выбрал университет, который осуществит мою мечту. Горно-Алтайский государственный университет. 12 факультетов. Собственный колледж. Более 50 специальностей гуманитарного, естественно-научного и технического профиля. Основанный в 1949 году, ВУЗ занимает ведущие позиции в образовательной системе региона. Горно-Алтайский государственный университет сотрудничает с высшими учебными заведениями Сибири, России и всего мира. Здесь работают высокопрофессиональные преподаватели, передающие свои знания и опыт из поколения в поколение. Научные коллективы и отдельные ученые ГАГУ успешно участвуют в различных конкурсах грантов, организованных Министерством образования и науки России, Федеральным агентством по образованию, Федеральным агентством по науке и инновациям, крупнейшими российскими и зарубежными научными фондами. Ученые университета активно принимают участие в научном сопровождении крупных инвестиционных проектов на территории Республики Алтай. Университет много лет сотрудничает с вузами и научными учреждениями Монголии, Генским университетом в Бельгии, Канзасским университетом и Гаскиловским институтом индийских народов США. Ученые университета принимают активное участие в научных и научно-образовательных программах ЮНЕСКО, Всемирного фонда дикой природы, Федерального ведомства по охране природы Германии, немецкой программе по обмену научными работниками и студентами ДЭТ. Дороги нашей жизни не только романтика. Это испытания, новые знакомства, проверка на прочность. Но когда впереди есть цель, то шагается легче. Не каждый знает, кем он хочет стать. Но очевидно одно. Кем бы мы ни были в будущем, без знаний мы бедны и беззащитны. Учиться из города Бийска, так как в городе Бийске нет такой специальности, на которой я учусь здесь. Это ветеринария. Я хотела туда поступить с самого детства. Вот моя мечта почти исполнилась, так как я через полтора месяца уже получу диплом. Знания – это фундаментальная база для каждого человека. Каждый человек с помощью знаний как-то самореализуется, самоутверждается в жизни. Ну и вообще, как бы в дальнейшем ему намного легче будет жить, да и благодаря знаниям. Знания – это сила, уверенность. Потому что знание для каждого человека – это его сокровище, которое поможет достичь им больших высот. Знание – это большой труд, который достается не каждому, я думаю. Для того, чтобы чувствовать себя полноценным, образованным человеком, необходимо знать и чтить нашу культуру, нашу литературу, прежде всего наш русский язык. Ну, это, можно сказать, мой второй дом. Физмат – это место, в котором я провожу больше 50% своего времени. Большой, замечательный, здоровский, ну и, наверное, самый родной. Горно-Алтайский государственный университет – это не только образовательная программа. На базе ГАГУ реализуются молодежные проекты КВН «Мисс ГАГУ». Именно здесь находится знаменитый тур-клуб «Горизонт», подаривший чемпионов мира по рафтингу. Студии танца, театральные студии, спортивный клуб, обширная база для проведения досуга и занятий по саморазвитию. Теперь я точно знаю, что сделал правильный выбор. Моя профессия открывает мне новые дороги и горизонты. Она дает мне будущее. Горно-Алтайский государственный университет. Это учебное заведение нового формата. Современное, динамичное, востребованное на рынке труда. Время поступать в ГАГУ.